Следующая участница, Чарос Набиева, приехала на проект с папой. Ему она доверяет и выбор песни, и свои секреты. Папа Чарос – ее главный болельщик и лучший друг, который переживает за нее сильнее дочери. Здравствуйте. Здравствуй. Как тебя зовут? Меня зовут Чарос. Чарос Хон. Сколько тебе лет? Мне 10 лет. Ты приехала откуда? Из города Ферганы, страна Узбекистан. Чарос, чем ты интересуешься? Вокалом. Ты не волнуешься? Волнуюсь. А с кем ты приехала? С папой. С папой? Папа сказал, чтобы ты не волновалась, чтобы ты собралась. Я тебе тоже скажу, моя куколка, не волнуйся. Мы тебя все будем поддерживать аплодисментами. Ты готова? Да. Ну, начинай. Важно, чтобы артист, даже такой молодой артист, как ты, не только пел, но и дарил нам язык тела, глазами, эмоции. Мне очень хотелось бы, чтобы ты поработала над этой частью, хорошо? Потому что ты ведь пришла же не только выступить, ты пришла еще и учиться. Поэтому, надеюсь, ты не обидишься на мои конструктивные предложения. Еще подавай, тогда вообще все просто упадут от твоих выступлений. Ты умничка, спасибо тебе. А у меня двое детей, как бы. И я прям представляю, как переживает твой папа. Ты умничка, ты справилась. Я думаю, что папа тобой гордится. Твое выступление просто очаровало меня. И также наши зрители аплодировали, потому что ты очень красиво выступала. Слышишь? Это все для тебя. Давай послушаем вердикт наших коллег. Хорошо. Я скажу да. Я желаю тебе успеха, и я говорю тебе да. Я тебе тоже говорю «да». У тебя три «да». И ты прошла в следующий тур. Я тебе желаю удачи. Ура! Молодец, умничка. Мы гордимся тобой. Я тоже горжусь. Спасибо всем.